подготовлены и тактически, и физически, и функционально. Просто вот, как я ранее говорил, это из-за молодости. Молодые, они могут где-то допустить такую ошибку, которую тренер даже не ожидает. Это, поэтому только в этом случае. А так, они все работают одинаково, у них... Очень профессионально. Да, школа, конечно, потрясающая. Она буквально в каждом движении видна. Да. И вот будем смотреть на вольный стиль в исполнении Зелимхана Умхаджиева. Соперник от него не бегает, хотя по телосложению, кстати, похож, да? Да. Поймал Зелимхан. Отбивал ногу у него. И хорошо попал по корпусу. Ой-ой-ой-ой-ой, да. Ну, по-моему... Опа! Опа! Пропустил. Я только хотел сказать, намечается... Ой-ой-ой-ой-ой, намечается избиение. Вот это да, вот это да, вот это удар. Обидно. Очень обидно. Да, обидно. Я вот не знаю, может быть... Давайте посмотрим вот действительно этот момент. Так, вот, хорошо, мощный удар, да? Еще один удар, еще один. Опа, вот она. И с левой, и с левой. Может быть, вот действительно как бы... Вот я говорил раньше, почему не идет добивать? Вроде бы пошел, да, Зелимхан Умхаджиев добивать своего соперника. И вот настолько раскрылся, и таким был мощным удар, что извините, вот смотрите, да. Во-первых, судя по всему, АОС Тенгизов так и не понял, что произошло. Потому что, знаешь, действительно, в футболе, говорят, попал, когда какой-нибудь... Да. Гол-то такой. Мама и папа. И все когда здесь. Какой примерно сын? Да. Ну что, как там у нас? Зелимхан Умхаджиев себя чувствует, да? Мощнейший удар. Еще раз смотрим. Ушел от этого удара Умхаджиев, удар ногой. В этом бою вот сейчас я опустил руку. Первого раунда. Победу вот. Нокаутом одержал АОС Тенгизов. Да. Гладиатор Карачаева. Победил.